Эдгар Болт представляет. Майкл Ноури. Ли Ван Клифф. В фильме «Погоня за удачей». В фильме снимались Шон Уэттерли. Грег Гарднер. Лиз Торрес. Рассел Савантьер. Мигель, ты опоздал. Босс. Налей себя выпить. Джеймс Рот. Сюжет Майкла Маккарти. Автор сценария Майкл Маккарти и Шелдон Келлер. Продюсер Эдгар Болт. Режиссер Майкл Маккарти. Не надо, старый лев еще может дышать сам. Мигель, налей вина. Но босс, доктор сказал... Черт с ним, с доктором. Этот человек пытается убить меня, правда, Мариса? Никакого вина, никаких танцев, никаких женщин. Но босс, ваше сердце... Я знаю, мое сердце болит. Но оно болит от любви к тебе. Ты моя сиделка, поэтому ты должна заботиться обо мне. Мучачес, что-нибудь веселое. Вундебар. Босс, сердце. Скорей, несите его в спальню. Бита, а теперь не мешайте. Он что, умирает? Пожалуйста, я сиделка, уходите. Уходите. Пожалуйста, Отец Небесный, не дай боссу умереть.
пока он не решил вопрос с Ранчеро и с 28 миллионами долларов. Вундебар! Босс, скажите что-нибудь. Босс! Мариза, тебе тоже было хорошо? Доброе утро, сэр Найджел. Спасибо, Коксман. Клокстон, сэр. За короля. Извините, сэр Найджел, но я думаю, вы хотели сказать за королеву. Королеву? Да, сэр Найджел. Королеву Елизавету II. Благослови Господь мою душу, Фрэнтон. Но вы уверены в этом? Я точно где-то читал, что Чарльз стал... Нет, сэр Найджел, то, что вы читали, это было пожеланием сэра Чарльза. Да, наверное. Ну что ж, тогда за королеву. Офис сэра Найджела Вофрума, говорит Клакстон. Пожалуйста, скажите сэру Найджелу, что с ним хочет поговорить Серджио Даниэло Кристофоро. Вас, сэр Найджел, Серджио Даниэло Кристофоро. Серджио Даниэло кто? Боже мой, Серджио. Серджио. Серджио, старый ублюдок, как ты поживаешь? Сам ты ублюдок, Вулфи. Но я отвечу на твой вопрос. Я умираю. Ерунда. Сэр Найджел, давайте отбросим формальности. Я бы хотел, чтобы вы рассказали мне о двух родственниках, которых вы нашли для меня. Позвольте мне начать с Генри Хоратио Кристофера. Его называют H.H. Ему 28 лет. Он обанкротившийся брокер, растратчик, игрок, волокита, и это еще его лучшие качества. Работая казначеем, он подделал подпись и украл из нашего любимого клуба почти все его состояние. $450,000. Дайте мне всего один день. Слово джентльмена. Вы не представляете собой никакой ценности, мой дорогой друг. К счастью, нам удалось найти человека, который согласился вернуть нам наши деньги, но на особых условиях. Его зовут Нунцио. Нунцио? Я вижу, вы уже знакомы с этим господином. До свидания, сэр. О, мистер Кристофер. Да? Пожалуйста, верните пепельницу. Понять не могу, как она туда попала. Позвольте заметить, сэр Серджио, но похоже, он настоящий неудачник. Да, возможно. Но зато в нем силен дух выживания. Ну что ж. Ваш второй наследник — Питер Кристофер. Ему 24 года, он воспитывался на ранчо в Аризоне. Работает в небольшой сельскохозяйственной авиакомпании. Итак, дамы и господа, внимание, продается небольшой, почти новый трактор, стартовая цена $3,000. Мне очень жаль, что все так получилось, мистер Кристофер. Это не ваша вина, мистер Хайнс. 3000 раз, 3000 два. Продано. Боже мой! Маньяк. Вы только посмотрите на это. Ребята, уберите этого парня отсюда. Продается.
Мистер Сазерленд, Кристоферы владели этой землей 180 лет, я все понимаю. Но что я могу поделать? Таких, как они, великое множество. Эй, что ты делаешь? Это же женщина. А ну попробуй еще раз. Так вы девушка? Да, и последнее обследование это подтвердило. Но разве Питер женское имя? Что же мне теперь, член себе отрастить? Папа, ты подарил мне эту лошадь, когда мне было только 10 лет. Что же мы теперь будем делать? Ничего, Питер, веди себя и дальше, как настоящий мужчина. Он пошутил, дорогая. Поверить в это не могу. Он во всем видит меня. Нет, ты просто очень расстроен. Он меня полюбит лишь тогда, когда я научусь мочиться стоя. Эндрю, what did you put in the gas tank? Greens? It's a very smart thing ordered by a horse. Pedro, ¿quién es? Sí, Juan Luis, parece Miguel. Мигель. Жан-Луис. Мигелито. Мигелито. Это ты? Это действительно ты? Амиго. Босс наконец-то простил меня. Нет, Жан-Луис. Он все еще винит тебя за самоубийство Хулио. Он не простил тебя. Ну тогда почему ты здесь? Босс умирает. Умирает? Да. Это может случиться в любой момент. И он хочет, чтобы его состояние перешло к его родственникам. Но у него нет родственников? Есть. Его юрист раскопал двух его родственников в Америке. И если босс умрет, не успев встретиться с ними, он хочет, чтобы ты решил, кто из них лучший. Последняя пытка, да? Он ведь заставляет голодающего отказаться от еды. Нет, Жан-Луис, это совсем не так. Он любит тебя, как собственного сына. Ты единственный человек на свете, которому он может доверить дело такой важности. Пожалуйста, Жан-Луис. Пожалуйста. Хорошо, уезжай. Я приеду. Я рад, что босс попросил меня об этой услуге. Грация. Милый грация. Что, разве обязательно ехать так быстро? Извините, сеньор, но если мы не успеем, и мой босс умрет, тогда он убьет меня. Спасибо. Болос де Торо. Болос де Торо? Да. Balls of the bull. Яйца быка. Ну что ж, все готово. Кроме этого. Я это не подпишу. Почему? Тебе не нравится построение фраз? Сэр Найджел, пожалуйста, прочтите свою копию. Целью определения и юридического закрепления того, кто из моих двух наследников получит мое состояние, оцениваемое в 28 миллионов долларов, я, Серджио Даниэля Кристофоро, согласен заплатить Хуану Луису Феррера 100 тысяч долларов. Кажется, все в порядке. Я полагаю, что для бедного парня из кампуса эта сумма вполне приемлема. Спасибо, босс. Я польщен.
По крайней мере, вы мне предложили больше, чем 30 серебряников. Ну что ж. Тогда 200 тысяч. Во всей Аргентине не хватит столько денег, чтобы я подписал это. Браво. Но у каждого человека есть своя цена. Какова твоя? Ваше прощение, босс. Никогда. Даже Господь не может меня наказать так, как вы. Пожалуйста, босс, ваше сердце. Босс, в течение 15 лет я молю вас о прощении. Крест моей вины давит на меня. Только вы можете его снять. Пожалуйста, босс. Я умоляю вас. Ты предлагаешь мне трудную сделку. Грация, босс. Грация. За прощение. За примирение. Салют. Давай потанцуем с тобой. Опять сердце. Да, это сердце. Скорее, несите его в спальню. Уходите все. Уходите. Она сиделка. Разве это не чудо? 82 года, а ведет себя как жеребец. Просто Сильвестр Сталлоне. Сильвестр Сталлоне. Рэмбо. Что я вам говорил? Он умер. Я дал вам слово, босс. Ваше состояние перейдет к лучшему. Покойтесь в мире. Не подходи, мама, он перебьет тебе ноги. Все в порядке, дорогой. Для чего же еще существуют матери? Вы, наверное, мистер Нунцио. Извините. Уверяю вас, мистер Нунцио, мой HH – замечательный мальчик. Он был очень хорошим скаутом. Уверяю вас, он вернет вам каждое пенни из ваших денег. Пожалуйста, не надо ломать ему ноги. Давайте лучше просто поболтаем. Мадам, я мистер Форсман из юридической конторы Форсман и Готшалд. Я хочу поговорить с Генри Хоратио Кристофером. Я его мать, Лоэлла Кристофер. Вашему сыну очень повезло, миссис Кристофер. Его дядя, мистер Серджио Христофоро, недавно умер и оставил ему состояние в 28 миллионов долларов. О, Боже. Я Генри Хоратио Кристофер. Дорогой, мы богаты. 28 миллионов долларов? Я не ослышался? Вы должны прибыть в лагерь команданта Хуана Луиса Феррера. И да победит лучший. Скажите, у вас нет случайно при себе 450 тысяч долларов?
Ты ублюдок. Идите в дом, мама. Вы унаследовали состояние в 28 миллионов долларов. Вы сказали 28 миллионов долларов? Да. Черт побери. Ты слышал, папа? Скорее снимай, табличка продается. Подожди радоваться, Питер. Вот ваш билет, деньги на расходы и инструкции. Удачи, и да победит сильнейший. Сильнейший? Ну что ж, пап, ты всегда этого хотел? Все на выход. Я требую, чтобы этого идиота арестовали за то, что он валит автобус, забыв голову дома. Двое наследников сеньора Христофора. В целости и сохранности. Генри Хоратио и Питер Христофор. Питер! Эй! Позвольте мне представить вам вашего судью, команданте Хуана Луиса Аргентино Феррера. Значит, вы и есть команданте Феррера. Я так рад с вами познакомиться, но только не надо меня называть Генри Харати. Мои друзья называют меня H.H. Питер Кристофер. Господа, вы прибыли сюда для участия в состязании, приз в котором 28 миллионов долларов. Я буду судить, кто из вас лучший. Пожалуйста, учтите, лучший, не самый дружелюбный, не самый очаровательный. Я ищу мужчину, который будет максимально похож на нашего босса. Поэтому, пожалуйста, избавьте меня от ваших идиотских любезностей, рукопожатий и поцелуев в задницу. Договорились? Договорились. Только и вы избавьте нас от ваших глупых речей. У нас есть пословица. Когда трахаешь быка, остерегайся его рогов. Мальчик, скоро стемнеет, а там, куда мы едем, света очень мало. Извините, команданте. Но почему вы нас не встретили в международном аэропорту? Очень хороший вопрос. Это потому, что глупые власти не дали мне разрешения. И знаешь, по какой причине? Они сказали, что эта чудесная машина не может летать. Вообрази только. Адьос, Мигель. Не беспокойся, Хэч. Он пошутил. Наверное. Ты пилот, да? Да, я немного полетал. Хочешь взять на себя управление? Конечно. Готов. Направление 275. Это самое лучшее. Этим самолетом лучше управлять, чем смотреть на него. Самолет как женщина, его надо любить. Неплохое вино, кажется, я начинаю его любить. Эй, подожди. Все в порядке. Святая дева.
для начинающего неплохо. Мы дотянем? Не знаю, все когда-то случается в первый раз. За моего любимого пилота. Салют. Что это? Хуан Луис, прячься. Скорей. Ударь меня и убирайся отсюда. Но ты же мой друг. Ударь меня, идиот. Сам идиот. Господа, тост. За то, что мы выжили, и за нашего любимого полковника де Феррера. Кажется, я нашел проблему. Трубка подачи топлива. Да. Только этого мне и не хватало. Где, черт возьми, я найду запчасти для этого антиквариата? Кстати, трубка не сломана, она перерезана. Кто это сделал? Мирана! Мирана! Мирана, что здесь, черт возьми, происходит? Я не знаю, сеньор. Я услышал шум. Пришел сюда. Это последнее, что я помню. А ты что-нибудь знаешь о трубке подачи топлива? Трубке подачи? Я вас не понимаю, сеньор. Значит, не понимаешь. Чушь! Такое впечатление, команданты, что вы кому-то встали поперек пути. Значит, так ты меня благодаришь, что я дал тебе работу? Подождите, у меня жена и шестеро детей. Команданты, ради бога, уберите нож. Разве вы не видите, он ранен? Больше никогда не смей мешать мне. Ты меня понял? Ты пока можешь остаться. Что касается тебя, прибереги свое сострадание до завтрашнего состязания. Оно тебе понадобится. Что это такое? Ну все, мучачес. Пришло время первого состязания. Давайте живо. Двигайте ногами. Быстро, на выход. Господи, разве можно так рано вставать? Но я умираю с голода. Это, наверное, свежий воздух. Это тебе. Послушайте, сделайте мне завтрак. Ничего особенного. Пара яиц, поджарка, тосты. И, если можно, свежий апельсиновый сок. Значит, хочешь есть. Подстрели себе дичь. А ты веселый парень. Вы понятия не имеете, как вы будете веселиться в течение ближайших 3 дней. Конечно, если выживете. Наш босс мастерски владел искусством выживания. Следовательно, первое испытание на выживание. У вас есть пистолет, карта и мачете. Где-то там, в 3 разных местах, спрятано 3 серебряных шпора. Тот, кто вернется до захода солнца с большим количеством шпор, победит. А каковы правила? Правила? Нет никаких правил.
Да, кстати, остерегайтесь змей. Хуан Луис. Первая шпора у мистера МакГигана. Твою мать. Hello? Эй, здесь есть кто-нибудь? Ну давай, Питер. Окей, Питер. Давай. Ты должен это сделать. Сегодня твои яйца нужны тебе как никогда. Амиго. Where am I? Где я? Амиго. 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 Listen. Послушайте. You go Sambula? Вы идете в Сабулу? Сабула? Сабула. Си, сеньор, Сабула. Я тоже иду в Сабула. I go Sambula. I go Sambula. Я иду в Сабула? Mi madre. Mi madre, she's Sambula. Нет, она Сабула. El Morte from the box. El Morte? Она Муэрта. Умерла. Sambula. Сабула. Vamos, Miguel. Мигель, твоя лошадь идет так медленно, что они, наверное, уже скоро вернутся. Наверное, МакГигана. Что за помойка? These tables reserved. Столики заказаны? You speak English? Вы говорите по-английски? Си. Пожалуйста, филе, не сильно прожаренное. И бутылочку лучшего бордо. Филе? Филе? Не сильно прожаренное? Грация. Кстати, вы не знаете, где я могу найти парня по имени МакГиган? Я МакГиган. Кто спрашивает? Шпора МакГиган? Да. Шпора МакГиган. Командант Феррера сказал мне, что я могу забрать у вас серебряную шпору. Сэр. Это он тебе сказал? Ну и как ты собираешься это сделать, малыш? Я готов заплатить за нее. Надо же, он готов заплатить за нее. Она не продается. Ну и отлично, никаких проблем. Я передам команданте.
Карне. Пожалуйста, филе. Филе. Medium rare. Не сильно прожаренное. Но, к сожалению, бордо у нас кончилось. Я уверен, что команданту это не понравится. Он сказал, что или я принесу ему эту шпору, или он пошлет кого-нибудь еще, чтобы выбил из тебя дерьмо. Это он сказал? Да, и этот человек уже здесь. Привет, познакомься со шпорой Макгиган. Ну давай, малыш. Выбей из меня дерьмо. Как мне приятно за этим наблюдать, кузен. Помоги мне, ублюдок. Извини, кузен, но мне надо бежать. Меня ждут 28 миллионов. Пожалуйста, подбросьте меня до Эль Денте для Драгон. До драконного зуба. Извини, парень, но я туда не еду. Теперь едешь. Ну вот, теперь вы квиты. Спасибо. Но, по-моему, это не совсем справедливо. Честно говоря, я тоже так думаю. Грация. Хуан Луис. Все равно спасибо. Не за что. Спасибо. Унос, дос, три, унос, дос, си, унос, унос, дос, трис. Какой-то неуклюжий. Спасибо. Дон Луис, а ведь этого парня железные яйца, правда? Надо же. Виракоча. Древний бог плодородия. Ты что, археолог, папаша? Можно и так сказать. А вы посмотрите на это. Зипототек. Я вижу, вы немного знакомы с предметом, сэр. Это дешевые подделки, профессор. Точно. Но я намерен найти оригиналы. Да. Я исполнил решимости найти их. Вам, наверное, здесь одиноко? Эй, стой! Подвези меня. Мне надо к зубу дракона. Ты знаешь, где это? Значит, хочешь добраться до зуба дракона, да? Да. А сколько заплатишь? Вот, смотрите, это Сейко.
500 баксов. Что скажете? Okay, ну хорошо, in. Садись. А это безопасно? А эта железяка не может ехать быстрее? Черт, HH. Давайте за грузовиком. А сколько это будет стоить? Вот сколько это будет стоить. Весомый аргумент. Скорей. Shit. Черт. Faster, speed up this thing. Давайте скорей. What's he doing? Что он делает? HH, с дороги. Будь ты проклят, HH. Ублюдок. Все, тормози, тормози. Эй, стой! Черт возьми. I don't believe it. Поверить в это не могу. God, not you again. Черт, опять ты. Oh, shit. Get off. Слезай. Oh. Тормози. Помоги мне, кузен. Я не умею плавать. Никогда не поздно научиться. The tooth of the dragon. Зуб дракона. He has figured it out. У парня хорошие мозги. It's not just a pretty face. Не только симпатичное личико.
Эй, Хуан Луис, посмотри на это. За Питера Кристофера. Салют. Грация. Послушай, это же глупо, что мы постоянно преследуем друг друга. Знаешь что, просто передай мне эту шпору. Тогда тебе не придется прыгать домой на одной ноге. Ну что ж, ублюдок. Если она тебе так нужна, лови. Ну хорошо. Ты можешь оставить эту шпору себе. Ты честно победил. Но ради бога, сними меня с этой чертовой горы. Запомни, общая кровь не вода, кузен. Эй, кузен. Питер? Питер! Питер! Я тебя слышу. Ты не можешь меня здесь бросить. Извини, кузен. Но мне надо спешить. Меня ждут 28 миллионов долларов. Святая Дева Мария, помоги мне в этот тяжелый час. Я клянусь. Я клянусь, что никогда не увижу. Спокойно. Спокойно. Поехали. До встречи, Эйч-Эйч. Мама учила меня, как стать любовником, а не бойцом. Ну ладно, сейчас или никогда. Это обещает быть интересным. Сукин сын. И тебе того же. Поверить в это не могу. С этими ребятами можно поверить во что угодно. Ну давай, Питер. Кайманы! Кайманы! Вылезай! Скорей! Как будет кайман по-английски? Аллигатор! Аллигаторы! Эй, Хуан, помоги им. Well done, cuz. Отличная работа, кузен. You're one hell of a competitor. Ты настоящий игрок. Кайманы. Кайманы. Хуан Луис. Хуан Луис.
Ты спас мне жизнь. Thanks. Спасибо. I was just doing my job. Это моя работа. Then do your job and put two spurs. Ну так делай свою работу и положите две шпоры под табличкой с именем Питер Кристофер. Oh my God. Боже мой. Where is it? I just had it here. Где они? Looking for something, cuz? Ты что-то ищешь, кузен? Bastard. Ты ублюдок. Ты обманул меня. You know the only rule. Здесь же только одно правило. Никаких no правил. Puta merda! Merda! Gracias, Dios! Gracias! Piranha. Mirana. В чем дело? Слишком жарко для сна? Извини меня, командант. Я ничего не мог поделать с собой. Я очень любопытен. Нашел что-нибудь интересное? Ничего. Командант, только воздух. И так всю жизнь. А под ногами у тебя тоже воздух? Это? Это всего лишь старый табак, командант. Посмотрите сами. Посмотрите. Стой спокойно. Очень спокойно. Брось мешок. Брось. Руки вверх. Поздоровайся за меня с Диасом. Мирана, неужели ты убьешь человека, даже не дав ему помолиться перед смертью? Ну хорошо, только очень быстро, команданте. Грация. Я убью тебя. Поздоровайся за меня с Богом. Адьё. Хуан Луис. Хуан Луис. Ты в порядке? What'd you sing in the church choir, cuz? Каким голосом ты пел в церковном хоре, кузен? Сопрано? Добрый вечер, инспектор. Добрый вечер, сеньор. Эстабан Гатерес. Вот мы опять встретились. Инспектор. Вы знаете этого человека? Да. Уже долгое время. Вам очень повезло, командант. Он был опасным преступником. Так где те наркотики, о которых вы мне говорили? Я принесу их, инспектор. Скажите, инспектор, а вы не будете снимать с нас показания или что-то в этом роде? А зачем? Вас что, не интересует, что произошло? Здесь джунгли, сеньор. Здесь человек все равно, что таракан. И я не собираюсь дергаться лишний раз, когда один таракан убьет другого. Отличный порошок, инспектор. Об этом я сам буду судить. Неплохо. Это что, все? Да.
Посмотрите, инспектор, пока я ее не разбил. У этих индейцев были очень грязные помыслы. Эй, не трогай это. Не трогай. Это же опал. Ничего, кроме чистого опала. Я думаю, вы правы. Сохраните их. Хотя меня не так возбуждает порнография, как вас, сэр. Ну что ж, мне пора. Поздравляю, команданты. Я не могу обещать, но я постараюсь выбить для вас награду за это. Грация, инспектор. Мальчики. Большое спасибо. Ну и что ты собираешься делать со всем этим кокаином? Так получилось, что я изучаю искусство ацетеков. А эти ребята — Зепатотек и Верачача. Древние боги плодородия и мужественности. Vamos! Ребята! Okay, it's safe. You can come out. Эй, Хосе, можешь выходить. Твою мать. Пришло время следующего испытания. Великолепно. И что мы будем делать? Наблюдать за тем, как ты моешься? Не спешите. Последние 12 часов нам всем пришлось нелегко. Итак, я запланировал небольшой сюрприз. Я думаю, вам удастся хорошо расслабиться. Да, Мигель? Да. Очень хорошо расслабиться. Ты плохой человек, Хуан Луис, но я все равно люблю тебя. Calabaza se la muge, el toro se la coge. Don't tell me. Ничего не говори, позволь мне догадаться. Ты, наверное, большая роза. Хуан Луис, кто этот очаровательный незнакомец? Как тебя зовут? You have a name, handsome? Питер. 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 Я надеюсь, ты соответствуешь своему имени. Ты прав, я действительно большая роза, Питер. Малыш, неужели ты в кровати будешь таким напряженным? Расслабься. Большая роза еще никого не убивала. Внимание! Пожалуйста, внимание! Дамы и господа, нет никаких сомнений, что вы уже слышали о состязании между Питером Кристофер, который присутствует здесь, вот он стоит, сомбреро, и его кузеном, стоящим рядом с ним. Приз в этом состязании — небольшая сумма денег в 28 миллионов долларов. Сегодня здесь состоится вторая часть состязания. Возможно, это самая важная часть. Проверка на мужественность. Можно сказать, на мужское начало этих парней. Позвольте мне представить наших двух судей. Прежде всего, это наша великолепная Изабелла Портофино. Пожалуйста, встань, Изабелла. И, наконец, моя любимица, Розалинда Марта Концепция. Эрекция без всяких исключений. Вам она хорошо знакома под именем Большая Роза.
Можете приходить ко мне когда угодно. Наших два участника состязаний могут заработать от нуля до трех очков. И к рассвету один из этих людей будет чертовски богат. Терпение, Мигуэлита. Давай не будем портить праздник. Давай потанцуем. Ты хочешь танцевать? Я вижу, ты немного нервничаешь. Надо же, он немного нервничает. Ну хорошо, мы станцуем танго. Танго, por favor. А потом, мой маленький жеребец, мы поскачем вместе. Эй, Хуан Луис, посмотри, великолепная пара, правда? Дайте мне выпить, черт возьми. Ну что ж, кабальер, нам пора отправляться в путешествие. Разве ты не знаешь, что когда ты скачешь верхом, надо дать лошади размяться и только потом переходить на галоп? Зачем нам разминаться? Я готова пуститься в галоп хоть сейчас. Изабелита, время пришло. Ида победит сильнейший. Пью за галоп. Салют. Что-то у меня спина болит. Тогда ложись в постель. Я вижу ногу. Дай посмотреть. Ты что, в первый раз? Нет. Возможно, в последний. Тебе больше нравится делать это на стуле? Боже, прости меня за то, что я собираюсь сделать. Ну что, нравится? Не направляй на меня эти штуки, они могут выстрелить. Большая роза, да? Я должна тебе кое-что сказать. Да, я знаю. Ты знаешь? Да. Ты девственник. Хуже. Я женщина. Что, правда? Ты женщина. Ставлю 100 к 1 на бородатого. Всю мою жизнь мне нравились... Извини меня, святой отец. Мне нравятся женщины. Я никогда не мог насытиться ими.
Но теперь я, кажется, здорово влюбился в мужчину. Ничего, мучача, продолжай. Святая Дева, что же происходит в этом мире? Большая Роза, я люблю тебя. Она дотронулась до меня. Дамы и господа, я надеюсь, им пришлось нелегко. Итак, Роза и Изабелла, ваше решение здорово повлияет на жизнь этих двух парней. Я хочу, чтобы вы хорошенько подумали, прежде чем вынести приговор. Итак, Изабелла, сколько очков заработал Генри Хорачио? От 1 до 3. Кажется, он сильно волновался. Это иногда случается. 1. Ну что ж, это действительно случается. Теперь ты, Роза. Сколько очков ты присудишь Питеру Кристоферу? От 1 до 3. Я присуждаю Питеру Кристоферу 3 балла. Кабальеро, давайте выпьем за Большую Розу. Нунцио, пожалуйста, будь милосерден. Ну что ж, я вижу, что вы неплохо провели время. Испытание закончено. Пора возвращаться обратно в лагерь. Мама мия. Мама мия. Прости бедного человека за его ошибку. Я никому не скажу. Никому. Клянусь. Тише ты. Я никому не скажу. Вот отлично. Я пообещал. Что пообещал? Никому не рассказывать о своем видении. Видении. О чем ты говоришь, черт возьми? Я видел самого дьявола. Ты можешь побить меня, сжечь меня живьем, но ты из меня ни слова не вытянешь. Пожалуйста, иди спать. У него было тело прекрасной женщины.
молодое, сильное тело. Я готов убить за такое. Но я ничего не говорил, ни слова. Замечательно. А потом она повернулась ко мне. И я увидел ее лицо. О, Хуан Луис. Это лицо. Это был самый ужасный кошмар в мире. Ее глаза сияли, как угли. Зубы были острее ножа. Но самое ужасное, что у нее было лицо бородатого мужчины. Пожалуйста, не заставляй меня, я тебе ничего не скажу. Я тебе не скажу, что это было искаженное лицо Питера Кристофера. Что ты сказал? Ничего. Я же говорил, на моих устах печать молчания. Что такое? Ничего. Спокойной ночи. Ты чувствуешь, чем-то пахнет? Я ничего не говорил. Ты чувствуешь, чем-то пахнет? Я ничего не говорил. Господа, пришло время последнего состязания. Кто победит, тот и получит 28 миллионов долларов. А что произойдет потом? Какая разница? Вы уедете отсюда и навсегда уйдете из моей жизни. Это все, что вам нужно для этого испытания. Там, где за истинным полюсом летает одинокая ворона, ждет человек с огненными глазами. Следуйте за его взглядом и по счету три сорвите плод с райского дерева. Только тот, кто сохранит невинность и будет мудрым, вернется сюда за призом. Что это значит, черт возьми? Я знаю, что это значит, а ты должен это выяснить. Это испытание на сообразительность и характер. Я понимаю, победит лучший и все такое. Я думаю, что это имеет какую-то связь с завещанием. Что ты имеешь в виду? Ничего. Там, где за истинным полюсом летает одинокая ворона. Истинный полюс. Это что, метафора? Боже мой, или мне придется отправиться на Северный полюс? Ну точно. Точно. Северный полюс. Мне надо идти на север. Вперед, дорогой кузен. Одинокая ворона. Видимо, имеется в виду одна миля. Это должно быть где-то здесь. Человек с огненными глазами. Следовать его взгляду. Взгляду.
и сорвать плод с райского дерева. Это, наверное, и есть райское дерево. Я тоже так думаю. Ты отличный скаут, кузен. Сукин сын. Ты все это время следил за мной. А почему нет? Правила этого не запрещают. Я бы не ел это на твоем месте. Почему? Возможно, галлюцинации. Ты так думаешь? Куда ты собрался? Я хочу, чтобы ты дал мне 5 минут форы. Это будет справедливо, потому что я мог победить тебя сразу, Питер. Или лучше сказать, Петра. Какой же ты ублюдок. Осторожнее в выражениях, миледи. Что это такое? Ты что, ослепла? О чем ты говоришь? Это просто виноградник. Не подходи ко мне, сука. Мама? Какое у тебя чудесное платье. Сколько времени? Без 20:10. Си. Мигель, что-то случилось. Боже мой, я все еще сплю. Я бы очень этого хотел, H.H. Что они делают? Вызывают аллигаторов. Они хотят принести нас в жертву. Эй, у меня нет ваших статуэток. Подождите. Подождите, пожалуйста. Ну хорошо, есть. Там, в лагере. Что он сказал? Он сказал спасибо. Боже мой. Их поймали хелиготомы. Ты знаешь, что это значит? Да, Хуан Луис. Знаки указывают туда. Прикажи им остановиться, или они все умрут. Он хочет знать, кто их убьет. Скажи ему, что я. Я всемогущий Зевс, бог богов, повелитель вселенной. Переведи ему. Он говорит, что ты должен это доказать. Хорошо, но пусть сойдет на берег. Погодите-ка!
Не надо так дергать. Спасибо. Спасибо вам. Отличный ход, кузен. У тебя здорово получилось. Теперь давай, действуй дальше. Заткнись, Чейч. Помоги мне выбраться. Скажи им, что это самая простая демонстрация моей силы. Сейчас у них на глазах я превращусь в женщину. Ты отчаянная женщина, кузина. Стриптиз за 28 миллионов баксов. Но, возможно, ты спасешь свою задницу. Хорошенькую причем. Бросай покрывало. Поклонитесь всемогущему Зевсу. Прочь с дороги. Смотрите на меня и содрогайтесь от страха. Эй, Чейч, собирай одежду и бежим. Эй, Чейч, я вижу. Но кто, черт возьми, эта женщина? Мы уходим. Передай своему шефу, что если он попытается остановить нас или будет следить за нами, я превращу его в кучу змеиного дерьма. Лишь один человек на свете может так грязно выражаться. Это же Питер, мать его, Кристофер. У этой дамочки стальные яйца. Слава богу. Это единственное, чего у нее нет. Вперед, Эйчейч. Все в порядке. Вы в безопасности. Это я, Хуан Луис. Ублюдок. Ты хотела сказать, Хуан Луис, спасибо за то, что спас нам жизнь? Значит, ты все время следил за нами, да? А еще называешь себя джентльменом и офицером. Давайте, скорей. Сеньорита Кристофер, я команданте Хуан Луис Аргентино Феррера приношу вам свои искренние извинения за тот возмутительный случай, который только что произошел. Клянусь именем своей матушки, что мне и в мыслях не было поставить вас в неудобное положение. Однако я и не подозревал, что я наблюдаю за женщиной, которая была мужчиной. Вернее, за мужчиной, который... Хуан Луис. Аргентина Феррера, я тебя тоже люблю. Си. Хорошо. Что, правда? Да. Поэтому давай убираться отсюда. Хуан Луис, пойдем. Это лагерь. Хуан Луис. Что здесь, черт возьми, происходит? Доброй ночи, капитан. Очень жаль, что вы пропустили фейерверк. Ну все, хватит, давайте прекратим играть в эти детские игры. Здесь есть то, что принадлежит мне, и я хочу это забрать. Вы же получили свои наркотики, что вам еще нужно? Нет, вы мне дали всего 24 карата. Но я не жадный человек. Я готов заплатить, конечно, в пределах разумного. Как желаете, команданте? Дама будет первой. Одну минуту. Может, я могу помочь? За вознаграждение, конечно. Ну, наконец-то, бизнесмен. И как мало будет это вознаграждение? 50% от оптовой цены.
Парень с амбициями. Мне это нравится. 5%. 25%. 10% — это мое последнее предложение. Даете слово? Клянусь могилой своего батюшки. Наркотики в самолете под сиденьем. К аэроплану, быстро! Скорее, уходим! Бросай оружие. Бросай, или она умрет. Быстро. Марикон, ты что, собираешься спрятаться за женщиной? Давай драться, как мужчина с мужчиной. Приготовься умереть. Как ты? Команданте, это было великолепно. Грация. Молодец, Мигель. Это было легко. Послушай, Хуан Луис, это еще не конец мира. Дамы и господа, пришло время. И сейчас я объявлю победителя этого состязания. Люблю формальности. А ты, Питер? Я надеюсь, вы найдете это интересным. Спасибо. Согласно этому, я цитирую, победит сильнейший. Но пол победителя здесь ни при чем, это просто фигуральное выражение. Просто оно относится к человеку, который покажет наилучшие качества, мастерство и характер. Одну минуту. Поэтому, согласно вышесказанному, я считаю за честь объявить лучшего, лучшую кандидатуру на наследство сеньора Серджио. Это сеньорита Питер Кристофер. За лучшую кандидатуру. Салют. Это незаконно. Я отсужу вас каждый пенни. Я боюсь, это совершенно законно, сэр. Уже был прецедент. Витерспун против Фентона Смайта, 1952 год. Извините, сэр, но это был Малдон против Уинстона Блайта, 1823 год. Совершенно верно. За лучшую кандидатуру. Сэр Найджел, дорогой мальчик, для меня большая честь поздравить тебя первым. До свидания, все.
Хуан Луис. Пора. Че, Мигалита. Отдай это Питеру. Что это? Un momento, muchacho. Боже мой. И он тоже здесь. Стой, на этот раз ты мне попался. Эй, остановите лодку. Хуан Луис, почему ты остался? Я не могу позволить, чтобы меня обеспечивала богатая женщина. У меня есть гордость. Ты что, с ума сошел? Мы же любим друг друга. Мы должны делиться друг с другом. Прости меня. Хуан Луис. Хуан Луис. Будь ты проклят, я же люблю тебя. Ну при чем здесь деньги? Ты же любишь эту женщину. Да. Она любит тебя. Кажется, да. Хуан Луис, ты самый богатый человек на свете. Болван. Ну что ж, дамы и господа, пришло время развлечься. Сеньориты, с этой стороны, сеньоры с этой. Молодожены посередине. Очень сексуально. Все готовы? Кто хочет получить это? Готовы, девочки? Ловите. Роза. Если ты изменишь мне, и я про это узнаю, тебе конец. Питер. Что это? Это самая прекрасная вещь, которую мне когда-либо дарили, и я хочу отдать ее тебе. Hey, продается. Эй, смотрите все. Но ведь это уже не актуально, правда? Сможешь ли ты простить меня? Ну перестань, ты же мой отец. Питер, пора. Я люблю вас. До свидания. Удачи. Миссис Феррера. Адьё. Feel.
Хуан Луис, да? What made you change your Почему ты передумал? Потому что я решил, что ты не охотишься за моим состоянием. Что? Что слышала? Когда ты самый богатый человек на земном шаре, приходится быть очень осторожным. Silence.